Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку сообщений из OLX в виде сделок в AMO CRM. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных OLX. Теперь необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по сообщениям, выбираем «Загрузить сообщение». На этом этапе вам необходимо подключить ваш OLX к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразится в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать тип сообщения. Я хочу получать данные только по входящим сообщениям. Далее необходимо указать вариант загрузки. В данном случае я хочу загружать все сообщения по аккаунту. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных по одному из сообщений. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных OLX успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем AMO CRM. Далее необходимо указать действие. Если вы хотите, чтобы на основании сообщений из OLX создавались сделки, выбираем действие «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш AMO CRM к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо заполнить поля AMO CRM данными из OLX. Для того, чтобы добавить переменную в поле, необходимо кликнуть в него и выбрать переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые переменные назначены в поля AMO CRM, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в AMO CRM на основании сообщений из OLX. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в AMO CRM». После успешной отправки переходим в AMO CRM и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных AMO CRM успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!